все-таки надеюсь, что существует отдельный воду-котел для мужчин, которые сливаются за 15 минут до свидания, которые удаляют диалог в Телеграм, не объяснив причину вообще, особенно тоже перед свиданием. На днях позвал парень на свидание. Свидание. И такой, мы уже договорились о свидании, о времени, о ресторане. И он такой пишет: Вероника, я приехал. Я выхожу, машины нет с таким номером. Ищу, нету. Еще холодно довольно-таки. И потом он такой вечером мне пишет: Вероника, пойдем со мной на свидание, в ресторан поужинаем. Я такая говорю: в смысле, ты же слив сегодня с обеда. И он такой: ха-ха-ха, вот, буду еще всякие шкуры возить по дорогим ресторанам. А что это было вообще? Во-первых, у меня не имеет права никак оскорблять. И, а во-вторых, я что, развожу кого-то на ресторан, заставляю себе возить в ресторан? Не хочешь возить в ресторан, не надо, как будто я напрашиваю. Как будто, а то не напрашиваются, да? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, во-первых, я очень-очень рад, что кто-то ее развел вот таким вот образом, ребята. Просто потроллил и посмеялся с ним. Как бы, ну, а что такого? Как бы, ну, чаечки что же такие любительницы что-нибудь подобного сделать, да? Вот, самое интересное, я что, вот напрашиваюсь, типа, заставляю. В обществе женском целый тренд, типа, что мужчина должен, мужчина обязан, он тебя должен там поводить по всем ресторанам, обеспечивать, цветы подарить, подарки дарит там и так далее, да, а иначе ж писечку не заслужит. Нет, те, которые олени водят по ресторанам, им по делам, как бы, ну, это нормально, это их участь такая, да, вот, но вот сам факт, я что, напрашиваюсь, а что, разве нет? Вы что, серьезно, что ли? То есть, как бы, можно тебе написать в переписке, типа, привет, чё, к тебе сегодня приеду, потрахаемся, да, ты скажешь, да, вообще базару нету, как бы, да, нет, есть и такие, но их 1%. А вот эти вот интересные личности, да, да, они хотят, чтобы их водили в рестораны, возили на машинах и так далее. Только хренушки.